Тула футбольный город. И как нас поддерживают. Я не знаю, где сейчас в России есть такая поддержка. Спасибо им за эту поддержку. И не только болельщиков. И губернатор на матчах присутствует. И большие руководители. И та обстановка, которая сегодня есть на стадионе, конечно, она, ребят, ну, стимулирует и двигает на хороший футбол. Другое дело, там есть соперник, который мешает и тоже бьет свое. Но то, что в наших силах, мы будем делать для победы, это однозначно. Хочется пригласить наших болельщиков замечательных на эту игру. Нам нужна очень ваша поддержка. Только вместе мы победим.